не продаем. Сказал, что все стрёмно, мы добрались до парчнихи, как она там, по-моему, парчниха, да, она же печенька. Такое не очень приветливое место, но весьма атмосферненькое. Сейчас делаем пару фоточек и валим куда-нибудь. Вроде мы нашли себе место под палаточку. Сейчас, блин, так светануло, что надо успеть бы сделать пару кадров. Посмотрим. Это вроде неплохое. Если все будет тихо и спокойно, мы притодержимся здесь на несколько денечков. Отсюда парень. Оп, оп. Чу. Перехватил камеру. Да, машину вплотную не получится поставить, но ничего, походим, а то совсем обленились. Эх, свет же не тот. Фу, ладно, снимаем пока, что там есть. Надо бы пописать себяшечку. Только приехали, тут же вышли на закатную съемку, потому что, ну, небо. Небо, оно клевое. Оно требует, чтобы его снимали. Да и место клевое. Место тоже требует, чтобы его снимали. Чем, я надеюсь, мы и будем заниматься в ближайшие пару дней. Повезло бы с погодой, и было бы вообще все супер. Красота. Сентября, утренняя съемка, продолжаем снимать Баренцево море, в районе Парчнихи. Ночью было сияние, которое, в общем-таки, почти проспал. Ну, успел сделать пару кадров самых эпичных, сияние было такое слабенькое. Сегодня весьма неплохой восход. Океан сегодня поспокойнее. Сегодня пойдем прогуляться в сторону дальних Зеленцов. Thank you.
любуемся. Лагерь пейзажного фотографа. Движемся в сторону дальних зеленцов. Решили пойти посмотреть, что это за острова. Симпатично. Рельеф. Андрюх молодец, он пишет видос. А я что-то постоянно забываю все. Будь то что сфотографировать. О, сейчас фотографирую. Мы так и пока не дошли. Да, смотрю на дальние зеленцы. Но уверенно топаем в их направлении. Честно говоря, что-то уже утомительно все дело. Набегался ночью, набегался утром. И сейчас опять ломимся вперед. Что делать? Такова судьба пейзажного фотографа. Бежим! Вот он вид на дальние зеленцы. Добрались. Сейчас, я думаю, еще один зеленец. Не уверен, что эти ребрика края земли. Там дальние зеленцы. Здесь острова. Это лапа штатива. Сейчас ползем потихоньку обратно. Радует. Шоколад. Ждем закат. Разбежались с Андрюх по разные стороны озера. Вот. И посмотрим, у кого что в итоге получится. Планировали снимать на берегу, но над океаном нету облачков. Снимать там, по сути, нечего. Вот, поэтому пришлось, как обычно, что-то придумывать, бегать, суетиться. И, собственно, вот, мы снимаем отсюда. Можно видно даже, что это можно. Ждем закат.
16 сентября, день. Идем в сторону Оленьего острова, большого Оленьего острова. Сегодня ночью не увидели, хотя небо было открытым, но что-то не зашло. Но восход не встал, потому что все было затянуто, была, конечно, маленькая красненькая полосочка. Возможно, даже что-нибудь бы светануло. Но шел дождик. И это, в общем-таки... Чё-то слов нету. В общем, не пошел. А сейчас вот там вот большой Оленьий остров. И, собственно, Пальчниха. Туда-то мы сейчас и направляемся. Посмотрим, что там. Андрюх уже куда-то убежал. Снимаем. Уверен, движемся вперед. Уже видно большой Оленьий остров. В общем-то, мы сейчас, по сути, находимся на Пальчнихе. Там океан. Так уж у нас сложилось, что мы ходим от вышки к вышке. Поднимаемся, осматриваемся и идем дальше. Было, как и вчера. Прям только снимать. Что мы, собственно, и делаем. Возвращаемся обратно. Посмотрели на большой олень. До маяка решили не идти. Решили пойти к себе поближе. В надежде на то, что там удастся что-нибудь поснимать. Потому что места проверенные. Поэтому движемся в сторону базы. Решили не бегать в лагерь, дождаться заката. Здесь точка хорошая, интересная. Поэтому ждем, время 4. Там получается где-то порядка часиков 3. Погулять придется. Судя по всему, прилив, потому что вода стремительно прибавляется. По-моему, все-таки прилив. Что? Я говорю, по-моему, прилив. Вода как-то быстро прибавляется. Он в этом, в кармане. Пойдем посмотрим поближе. Очень эпичное место.
Пока не пойму, есть ли прилив. Но пока есть возможность поснимать. Такой свет, по-моему, бомба. Даже на дрюху вроде нашел, что поснимать. Я пойду посмотрю, что там. Нет, сначала сам поснимаю, потом пойду. Число 9 утра, мы начинаем попытку выбраться из печеньки. В путь дорожку. Что у нас тут? Поползли. Пробег.
да, дорожка весьма веселая. Тихонечко ползем. Здесь пошел смотреть рот, который нам предстоит.